девчоночки, приветики! Сегодня вам покажу заготовочку парика от бренда Король Натали. Почему заготовочка? Потому что на самом деле он еще не подстрижен и у него нет укладки. Как бы это сырой вид парика. Очень классный, легкий, красивый, с имитацией кожи головы и такой момент. Я просто не могла пропустить, чтобы не показать вам этот парик, так как он стоит внимания. Вы просто на самом деле не знаете, насколько он легкий. Он просто легкий. Его даже не чувствуешь в руках. Посмотрим, как же он будет сидеть на голове. Супер! Девчонки, это просто хит. Легкость такая, что не чувствуешь его на голове. Так как его не чувствуешь на голове, его и не видно на голове. Такие парики лучшие в мире, потому что его можно носить более 10 лет, если правильно за ним ухаживать. Парик от бренда Король Натали из славянских волос. Такие парики есть самые дорогие на рынке париков вообще. И эти парики самого лучшего качества. Каждый волосок завязан вручную, поэтому очень сильно хорошо держится. И при носке, даже если будете носить его каждый день, он будет сохранять такую вот красоту, такую структуру волос. Если правильно за ним ухаживать, это бальзамчики, шампунь. И иногда приходите в салон, чтобы покрасить его, так как парик из натуральных волос имеет свойство немножечко терять цвет, ну, как и свои волосы. Такой парик доставит вам огромное удовольствие, так как служить он будет очень и очень долго. Давайте, девочки, посмотрим, как же он держится на голове. Парик с имитацией кожи головы, которую совсем не видно. Как и с своими волосами, вы можете делать пробор, где вы захотите, как вам удобно. Когда одеваешь такой парик, просто не хочется его снимать. Вот такая резиночка, попробуем сделать просто обычный хвостик на парике. Переход которого, в общем-то, и не видно. Он настолько красивый, что его просто не видно. И он настолько натуральный. Вы можете в таких париках чувствовать себя комфортно и прекрасно, где бы вы ни были. Если вы хотели более подробную информацию о париках, напишите под видео. Я буду очень рада вашим комментариям.